11 февраля, день всех влюбленных, день Святого Валентина. Мы приехали с Тимурчиком в Архипку. Тут снежно, зима, не то, что у нас в Краснодаре, солнышко. Здесь вот так. Сейчас мы пойдем на море. Мы уже взяли вкусные конфетки, шоколадки. И сейчас будем праздновать. И коньячка. И коньячка. Да, Маша, ты полувыходной, она сказала, мой был. Последний полувыходной. О, альбатросик. Ты чё, Вася? Ебанутый, что ли, блядь? Не смотришь, блядь. Ебанько, блядь, сука. Все равно ебанько появится, блядь, на горе. Вот такой мой 14 февраля. Набережный по Осиповке. Ёжик, альбатрос. Какие волны. А? С праздником, мой любимый Тимурчик. Я тебя люблю. Зимний режим. Выцвело. Весь пластик у меня выцвел от соли, блин, подской. Капюшончик одевай, ухи просунь. Вот заехали с Тимурчиком в столовую Архипку покушать. Я с горяченького чайка, соляночки. Да, сейчас тут совершенно отличается от лета. Нету столько людей. Милый друг, не скучай, милый друг, ты так и знай, что наемся я сейчас плотно-плотно, милый друг. Плотно-плотно я поем, и скучать совсем не буду. И самолетик уходит дождь, ручейки кусаются с крыш. После вчерашних встреч ты тихонько спишь. Золотом листопад осыпает все.